Наша организация подает заявку на грант для создания виртуальной выставки мягких игрушек. Мы уверены, что этот проект может иметь значительный социальный эффект. Не только для зрителей, но и для создателей этих игрушек, которые не могут позволить себе участие в выставках из-за финансовых или физических ограничений. По нашим прогнозам, виртуальная выставка привлечет более 50 тысяч зрителей из разных стран, что приведет к увеличению интереса к творчеству местных производителей мягких игрушек. Также мы ожидаем, что наш проект сможет привлечь более 100 участников-создателей игрушек, что поможет им расширить свою аудиторию и получить новые возможности для продвижения своего творчества. Мы планируем использовать грант для создания высококачественной виртуальной выставки, которая позволит зрителям наслаждаться мягкими игрушками в реалистичной атмосфере, а также для создания удобной и доступной платформы для участников. Мы также намерены сотрудничать с локальными школами и музеями, чтобы привлечь больше зрителей и участников, что может привести к дополнительным партнерствам и возможностям для будущих проектов. Мы ожидаем, что проект будет успешным и приведет к увеличению числа местных производителей мягких игрушек, а также к увеличению числа зрителей и участников, заинтересованных в этом творческом направлении.